А сейчас мы встречаем второй раз на этой сцене Владимира Дюкова, ректора Института IT и бизнес-администрирования с интересной играющей темой «Как войти в IT». Поприветствуем. Добрый день еще раз. Психологически сложно не здороваться второй раз, выходя на трибуну. Опять же, пока грузится, нет, уже готово. Презентация, я хотел бы еще раз повториться, сказать, что действительно тема моего выступления полностью коррелирует, вполне созвучна с тематикой конференции, и именно об этом я буду говорить. Разумеется, мое выступление будет в той или иной степени, наверное, изрядно коррелировать с выступлением предыдущего спикера. И это правильно. Я думаю, что мы все вещать будем в одном и том же контексте, поскольку мы все очевидным образом для чего-то здесь собрались и преследуем какие-то вполне конкретные цели. Полагаю, что большая часть из здесь присутствующих хотела бы понять, прояснить, уяснить, каким же, собственно, образом можно войти в ту сферу, которая общо называется информационной технологией. Есть для этого один путь, 25 путей, 125. Это сложно, это очень сложно, практически невозможно или на самом деле довольно легко. Вот об этом я и попытаюсь сказать. На моих слайдах будет какое-то количество текста. Заранее извиняюсь, я читать его не буду. Я его буду комментировать, ну или не буду комментировать. Итак, вопрос, каким образом можно получить сопричастность с IT-индустрией, это, наверное, вопрос, который волнует большинство здесь собравшихся. И оставшаяся часть, которых это волнует меньше, наверное, предполагаю, что не знают страшную тайну, ответ на вопрос, как же это можно сделать. Давайте посмотрим, что у нас вместе в итоге получится. Итак, информационные технологии – это очевиднейшим образом технологии, которые работают с информацией. С созданием, обработкой, хранением и же с ним, с информацией, и все это с помощью вычислительной техники. Говоря строго, можно было бы даже обратить внимание на слово «информацию». Информация, которая тоже что-то означает. Но давайте от этого абстрагируемся. Хотя лично мне больше всего нравится определение, что информация – это разность энтропии, для тех, кто это знает. Но, в свою очередь, вычислительная техника, на которую все это опирается и с помощью которые взаимодействуют, это тоже, в свою очередь, совокупность технических и математических средств. Ну, технические средства – это самое простое. 21 век – это, понятное дело, от суперкомпьютеров через настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, наладонники, включая многочисленную периферию и так далее, и так далее. Несколько сложнее, не проще с математическими средствами – это огромное многообразие программного продукта, от чего голове, безусловно, на мой взгляд, впору закружится. Что-то адская машина не работает. Да, итак, все то, что было на предыдущих двух слайдах, взаимодействует вполне циклично. От момента планирования что-то. Я прошу прощения. От момента планирования через разработку, продакшн, сбор данных, их анализ, коррекцию плана и так далее, как я уже сказал, вполне закольцовано.
Кроме того, IT-бизнес представляет собой именно IT-бизнес с его данными, с его управлением, с его инфраструктурой, с его элементами безопасности и с его опорой на изрядную совокупность знаний, как специальных знаний в сфере IT, так и знаний бизнесовых, поскольку IT — это все же бизнес, в котором обращаются, в частности, деньги, и, как было чуть ранее сказано, достаточно немалые деньги. Культскора — это бизнес, который очень тесно, чрезвычайно тесно интегрирован в мировую экономику. Это, безусловным образом, иностранные языки. Всякие знания должны подтверждаться с помощью экзаменов. И таким образом вся эта большая-большая совокупность, все эти указанные элементы и окружающие их области знаний очевидным образом предполагают большое многообразие различных IT-профессий. Это, наверное, очевидно. Следующие два слайда посвящены именно IT-профессиям. Я не ставил своей задачи привести здесь полный или наиболее полный перечень. Я всего лишь ставил своей задачей показать, что десятки, большие десятки или даже малые сотни профессий более очевидно связаны с информационными технологиями или может быть, да что же это за... Или, может быть, менее очевидно связанных, хотя легко видеть, что, коль скоро IT-бизнес — это бизнес, то в нем, конечно же, есть место и HR-менеджерам, и PR-менеджерам, и экономистам, финансистам, бухгалтерам, водителям даже. Хотя к этой категории, разумеется, это отношение не имеет. Итак, от этого многообразия действительно впору почесать голову и задаться вопросом, так все-таки, коль скоро IT-индустрия — это так широко, так глубоко и так объемно, в какую же, собственно говоря, сторону есть смысл пойти? Как, каким образом выбрать тот путь, по которому можно было бы получить причастность, стать сопричастным с IT-индустрией. Итак, выбор, который необходимо сделать, наверное, большей части тех, кто меня сейчас имеет сомнительное удовольствие слушать, это заветы нашего, да, давнего вождя, который, между прочим, абсолютно правильно показывает правый верхний угол. Да, и это единственный слайд, который я демонстрирую на правах рекламы. Остальное я буду вещать абсолютно беспартийно и применительно к тем соображениям и тем знаниям, тому опыту, которым, надеюсь, я обладаю. Задержка у девайса мне непонятно, кликать второй раз или нет. Говоря об IT-индустрии, следует отметить, что в этой индустрии обычно оперируют не понятием знания, а понятием жаргонным, абсолютно жаргонным скиллы, skills. Это те, опять же, в общем-то, знания, навыки, которые конкретны, имеют практическую направленность и могут быть получены как в процессе обычного образования, классического, так и с помощью дополнительного образования, так и при работе в проекте, повседневной деятельности, то есть значимым являются именно те самые скиллы, которые показаны на этом слайде.
если сказать общо, то те, кто еще не имеют высшего образования, а только находятся на стадии выбора, наверное, могут поступить наиболее логично, это получить первое высшее образование, которое соотносится с информационными технологиями. Те, кто уже закончил или заканчивает первое высшее образование, вполне могут найти возможность, силы и, самое главное, средства для прохождения переподготовки по той специальности, которая, опять же, соотносится с информационными технологиями. Можно закончить первое основное образование и добрать необходимые skills с помощью посещения разнообразных компьютерных курсов, которых, слава богу, на нашем рынке сегодня более чем достаточно. Такие курсы предлагают учебные заведения, их предлагают коммерческие организации, их предлагают сами компании-производители, весьма широко и, как правило, бесплатно. То есть возможностей для получения дополнительных знаний с помощью краткосрочных курсов достаточно много. Никто не отменяет самостоятельного обучения, и это правильно, и это нормально. И, наконец, если мы вернемся несколькими слайдами ранее, мы помним, что IT, как и в любой другой индустрии, как в любом ином бизнесе, работают бухгалтеры, экономисты, HR-ы и же с ними, которые тоже могут найти применение своим основным первичным знаниям в IT-индустрии. В конце концов, в IT все это тоже есть и все это, разумеется, работает. На мой взгляд, субъективный, я хочу сказать, что я не вещаю прописные истины, я высказываю свое мнение, с которым можно и иногда нужно спорить. Но наиболее правильный способ – это все же последний, это комбинация всего, что указано на этом слайде. Однако, давайте все же вернемся к системе образования, которую я так или иначе представляю. И первое – это полноценное высшее образование. Те критерии, которые здесь приведены, они, конечно же, не бесспорны. Они, более того, коррелируют один с другим. Понятно, что стоимость коррелирует с престижностью, с инфраструктурой. И это объективно, чем более развита инфраструктура у вуза, тем, очевидно, дороже в нем должно стоить обучение. Что является существенным, особенно в свете последних нескольких лет. На нашем рынке приходят институты, университеты, которые не являются резидентами Республики Беларусь, но которые более или менее активно и более или менее успешно пытаются работать на этом рынке. Вообще мнение в нашей стране и в IT-среде не бесспорное, но я его выскажу. Это мнение о значимости диплома государственного образца. Почему это, на мой взгляд, важно? Дело в том, что не существует в живой природе никаких международно признаваемых дипломов. Их просто нет. Потому что в каждой стране свои стандарты, в каждом сообществе свои стандарты, а вопрос признания либо непризнания регулируется всего лишь Гаагской конвенцией 1961 года, которая регулирует взаимное признание официальных документов стран-участниц конвенции. Повторяю еще раз. Официальных документов стран-участниц конвенции. Повторяю еще раз. Официальных документов стран-участниц конвенции. Что это значит? Это значит, что если вы заключили брак в церкви, выехали за рубеж, то этот брак у вас не признают без предъявления документа из ЗАГСа. И это нормально. При наличии этого документа ваш брак признают.
ситуация редкая, гораздо более частая ситуация, когда выезжают за рубеж с дипломом, который либо может быть апостилирован в нашей стране, либо не может быть апостилирован в нашей стране. Может быть апостилирован и, соответственно, признан государствами, участниками конвенции. Только документ, под которым подписалось государство. Государство подписывается только под документами, выданными учреждениями образования, аккредитованными Министерством образования Республики Беларусь. Нравится нам это или нам это не нравится, это просто данность, с которой кому-то из вас, может быть, придется столкнуться. Обратите внимание на географию признавших эту конвенцию. Это то, что принято называть цивилизованным миром, за исключением, пожалуй, Канады, хотя там тоже есть свои нюансы. Медленно переключаются слайды, к сожалению, не могу понять, да, все благополучно. Итак, следующее, это критерии, которые я изложил применительно к тренингам. Это короткие виды обучения, с помощью которых можно за сжатое время, обычно неделя, две недели, реже месяц, пара месяцев, получить, опять же, те самые skills, о которых я говорил ранее. С этими критериями тоже можно спорить, потому что все имеет свою цену. Понятно, что если апеллировать к наличию международных авторизованных программ, то та категория, которая соотносится со стоимостью обучения, очевидно, будет расти. Эти критерии, как я уже говорил, не бесспорны, и понятно, что и без международных программ вас могут очень хорошо и качественно научить, была бы хорошая программа, был бы хорошим тренер. В то же время в мире за любой границей, куда ни поедь, из Республики Беларусь, для IT-тренингового центра считается признаком хорошего тона и нормой наличие международных авторизованных программ и наличие центра тестирования. Коротко об авторизованных программах. Больше сейчас и не думать. Авторизованное обучение разрабатывается и предлагается компаниями-производителями программных и аппаратных средств. Этим все сказано. Если эта программа авторизована Microsoft, то Microsoft отвечает за контент, за пособие, за лабы и выдает даже свои сертификаты. Если IBM, то IBM и так далее. Авторизованных центров тестирования тоже довольно большое количество. Я привел только те, которые представлены на нашей территории в Республике Беларусь. Их 4. Обратите внимание, что компьютерные экзамены можно сдавать как в сфере IT, так и в сфере бизнеса, так и в сфере иностранных языков. Я имею в виду экзамен TOEFL. По итогам обучения на любых курсах вам непременно выдадут сертификат или свидетельство. При сдаче экзамена в центре тестирования, которое я показывал на предыдущем слайде, вы тоже получите сертификат. Все эти сертификаты валидны для того, чтобы указать их в CV, приложить их к диплому для того, чтобы показать своему будущему работодателю, какую они имеют цену и ценность, и имеют ли. Да, имеют. Но давайте внимательно посмотрим, что сказано на этих сертификатах. Там сказано, что предъявитель всего посетил курс, либо успешно его закончил. Это значит на самом деле, что то время, пока вещался курс, вы присутствовали в классе.
не более того, какие-либо конкретные скиллы он никоим образом не подтверждает. Это хорошо иметь подобные сертификаты. Ими можно гордиться. У меня они тоже есть, я тоже ими горжусь. Но для серьезного работодателя это аргумент очень сомнительный. Нижняя позиция, она из сертификата, который можно получить после сдачи экзамена в центре тестирования. Здесь можно видеть, что предъявитель всего благополучно выполнил все требования и успешно подтвердил свое соответствие вполне конкретному определенному статусу. Это гораздо более валидно, это котируется в нашей стране и особенно за рубежом, опять же, за любым рубежом нашей страны. Сертификаты эти считаются пожизненными, но реально они выдаются применительно к конкретной версии программного обеспечения, которая, как известно, живет 2-3 года. То есть, де-факто эти сертификаты тоже кому-либо нужны, и особенно их предъявителю, только 2-3 года, едва ли более. Мы тоже выдаем подобные сертификаты, и их ценность тоже абсолютно не очевидна, потому что мы тоже подписываемся под тем, что предъявитель всего прошел обучение. Как он прошел? Хорошо? Нехорошо? Такого рода свидетельства, они не являются защищенными, на них может быть номер, его может не быть. Забавно, но в этом году я дважды столкнулся со случаями фальсификации наших сертификатов. Пытливый работодатель из Гомеля дважды в разные месяцы мне звонил и спрашивал, Вася Иванов, заканчивал у меня курс или не заканчивал. Мы смотрели в базе и говорили, нет, не заканчивал. Наверное, это признание, но тем не менее это показывает то, что вес, ценность подобного сертификата все же невысока. Документ государственного образца котируется тоже весьма и весьма невысоко, особенно в сфере IT. Он подтверждает всего лишь то, что предъявитель всего повысил свою квалификацию. Это кому-то нужно, нужно той категории или области IT-специалистов, которые работают на государство, которые работают на предприятиях, в которых мажоритарным собственником является государство, и является подтверждением того, что человек один раз в 5 лет проходит квалификацию. Но те из вас, кому доведется с этим столкнуться, все же получивший подобный документ, не спешите его выбрасывать. Он может вам пригодиться в самое неожиданное время. Коль скоро это документ, выданный государством, то он тоже подлежит апостилированию. И если поощрение при попытке трудоустройства за рубежом ваш диплом недопризнают по причине того, что в нем не хватает часов по, например, базам данных, но у вас есть документ, подтверждающий прохождение такого курса в определенном объеме, то эти кредиты вам зачтут и избавят вас от необходимости платить дополнительные деньги, как правило, немалые, за рубежом. Поэтому будьте бдительны. Очень мило. Да, что касается переподготовки, то здесь даже сложно комментировать критерии, поскольку они являются симбиозом критериев двух предыдущих. Я только хочу акцентировать ваше внимание на том, что помимо аккредитации института, необходимо обращать внимание на наличие аккредитации специальности, по которой вы предполагаете проходить переподготовку. Это разные аккредитации, и в избежание вхождения в заблуждение, опять же, будьте бдительны. Вы получите документ государственного образца только в том случае, если аккредитовано и учебное заведение, и та программа, по которой вы проходите переподготовку. Документы государственного образца, они имеют совершенно конкретные признаки, которые обмануть
наверное, можно, но очень сложно. И самое главное, что они имеют номер, который имеется в национальной базе, и на основании чего эти документы апостилируются. Если вас однажды занесет в департамент контроля качества образования летом, то вы можете увидеть, какая там стоит очередь желающих на то, чтобы произвести апостилирование своих дипломов об образовании, и услышать те слезы, которые там регулярно раздаются от того, что вы не понимаете, это же международный диплом, и вы его отказываетесь признавать. Признают только государственные дипломы. Мы имеем небольшой опыт работы в качестве института, но опыт этот... отражен на том слайде, который раз пытаюсь вам продемонстрировать. Угу. Да. Пока не ушел, я его откомментирую. Подавляющее большинство, 2/3 закончивших в июле этого года переподготовку, нашли свою работу в сфере IT. И это отрадно, не очень много, всего 25%, четверть из трудоустроенных в IT. Работают в компаниях, резидентах ПВТ. Это мало, но и времени-то мало, на самом деле, прошло. Ну и внизу те комментарии, которые дали опрошенные применительно к результатам своей переподготовки. Я оперирую собственным опытом, нашим опытом, только потому, что чужого опыта у меня нету, а своим, на мой взгляд, есть смысл поделиться. Что касается самостоятельного обучения, то, разумеется, этот слайд тоже не претендует на полноту охвата. Есть множество самых разнообразных способов повышения своей собственной персональной грамотности. И, говоря строго, те, которые выберут для себя вхождение в сферу IT, те, которые пройдут одним путем, вторым путем, третьим, скомбинируют эти пути, не суть важно, но окажутся все же работниками сферы информационных технологий, должны понимать, что они в этом смысле попали. Им, вам, надеюсь, придется учиться всю оставшуюся жизнь. Техническое обучение, подготовка и сдача сертификационных экзаменов, потому что это важно для получения заказов, потому что это важно для участия в тендерах, потому что это важно для собственного реноме как специалиста, потому что это просто очень важно. Те, которые будут делать менеджерскую карьеру, они будут изучать проектный менеджмент, финансовый менеджмент, менеджмент персонала, список можно долго продолжать, может быть, пройдут какую-либо иную переподготовку, может быть, закончат MBA. Некоторые, и такие случаи тоже есть, что приятно, защищают диссертации и, по крайней мере, работая в сфере IT уже более 15 лет, я вижу, что у некоторых моих знакомых появляются префиксы «доктор» или «PhD». Это тоже имеет быть, и это тоже предмет роста, развития компетенции IT-специалиста уже обычно топового уровня. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать применительно к тому, каким же образом все-таки можно обеспечить свою личную, персональную вхожесть в эти самые IT. Очевидно, что опять можно вернуться к одному из предыдущих слайдов и сказать, что для этого нужно
придется учиться, учиться и еще раз учиться. Чего я вам искренне желаю, чему мы, разумеется, будем стараться способствовать. Благодарю за внимание. Спасибо большое за доклад. У нас, опять же, есть немного времени, поэтому вы можете задавать какие-то свои вопросы, если они у вас вдруг появились. Есть у кого-нибудь вопросы? Ну, раз. Нужно сказать, что если у аудитории нет вопросов, то одно из двух. Либо все понятно, либо ничего не понятно. Поэтому... Хотя бы для приличия давайте что-то спросим. Скажите ваш вопрос. Мой личный. Я пришел из абсолютно смежной области. Я не айтишник по образованию. Мое образование радиотехника, у меня квалификация по диплому. Это переход, который стал развитием, наверное, ну это были 90-е годы, в то время остро стояли вопросы дополнительного заработка, поэтому вопросы, связанные с программированием и халтуры, с помощью программирования, в хорошем, я надеюсь, в смысле, администрирования сетей, тоже в то время, в 90-е, это не было широко распространенным явлением. Это давало возможность дополнительного заработка. Вот, собственно говоря, это та самая эволюция, которая меня привела в 2000 году уже в компанию IBM. Тогда еще. Ну и с 2003 года мы организовали тогда еще учебный центр, и с тех пор я в нем никуда не уходил. Спасибо. Добрый день. Вот вы рассказали такую содержательную презентацию, там было про сертификаты, что сертификаты, ну, они как бы валидны, ну, подтверждение в них есть, но на самом деле они никакого значения не имеют. Тогда вопрос, зачем их, собственно, получать, эти сертификаты? Я такого не говорил, что они значения не имеют. Я говорил, что, во-первых, то, что я вещаю, это не бесспорно и правильно, что вы подражаете и спрашиваете. Во-вторых, я сказал, что это подтверждение того, если вы говорите о сертификате присутствия в классе, то это подтверждение того, что вы действительно присутствовали в классе. Это тоже подтверждение. Это не является подтверждением ваших знаний, но это является подтверждением того, что вы, по крайней мере, в курсе. И, как я уже говорил, абсолютно все сертификаты, абсолютно, даже полученные в ООО «Рога и копыта», все равно прикладывают для того, чтобы показать работодателям, что я учился, я в курсе, я в теме, во-первых. Во-вторых, есть сертификаты, которые не дают никаких грейдов, но они подтверждают что-либо. На одном из моих слайдов было подтверждение того, что человек успешно прослушал курс и получил 36 PDU. Это информация, которая получателю этого сертификата дает легальное подтверждение того, что у него есть эти 36 PDU. И это для него формальное право претендовать на экзамен по управлению проектами PMP. Это тот самый сертификат, который в случае аудита, а в каждой группе при проведении экзамена PMP в обязательном порядке хотя бы один кандидат подпадает под аудит с пристрастием, у него смотрит проектный опыт, у него смотрит образование, наличие bachelor's degree, и один из пунктов это обязательно 36 PDU. То есть этот документ, он важен для того, чтобы подтвердить, что да, я там был, я это знаю, я это слушал. Спасибо. Вы сказали, что сертификаты нужны для участия в тендерах. В тендерах как частное лицо, как программист, или же боже как упаси. IT-организация? Боже упаси. Разумеется, IT-организация. Последние, ну, больше чем 5 лет, даже в Республике Беларусь при
проведении тендеров, на внедрение и на обучение тоже. Одним из условий – это наличие сертифицированных специалистов в команде разработки, поддержки, обучения. Это стандартные условия Республики Беларусь в том... Ясно. То есть сама организация тоже имеет свой сертификат? Нет, нет. А как же она может представить себя на рынке, если она, допустим, впервые входит в этот рынок и еще не имеет багажа, чтобы показать потенциальному заказчику, что она может? Дело в том, что сертификаты, о которых мы говорим, сертификаты не искусственные, а сертификаты промышленные, они являются именными. То есть Сидоров Иван Петрович приходит в центр тестирования, платит деньги, усаживается за компьютер, полтора, два, три часа времени встает из-за компьютера, получает репорт с грейдом PASS, через какое-то время по почте или в последнее время чаще онлайн PDF приходит подтверждение, что он является обладателем этого сертификата. Сертификат именной. Он является принадлежностью Сидорова Ивана Петровича. Но если он работает в организации те же самые рога и копыта, то при участии рогов и копыт в тендере он прикладывает сертификат Сидорова и говорит: у меня есть специалист, который подтвердил свои знания на международном уровне, который точно может разрабатывать в этой области, и это подтверждается этим сертификатом. Спасибо. А есть еще у кого-нибудь вопросы? Ну, раз вопросов нет, давайте скажем спасибо Владимиру за его выступление. Спасибо.